Новый день непогоды влечет за собой и новые аварии. Очередное ДТП произошло в первой половине дня на не самой оживленной трассе города. В госавтоинспекции рассказали, что водитель не выбрал оптимальную скорость. Сотрудники ГИБДД дали официальный комментарий. 20 ноября примерно в 11 часов 30 минут на проезде Речников города Рязань 19-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, не учел дорожные метеорологические условия, в результате чего допустил занос своего автомобиля с последующим наездом на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия молодой человек с травмами был госпитализирован. Это уже не первая жертва непогоды. С того момента, как на дорогах города образовалась наледь, произошло минимум 4 дорожно-транспортных происшествия. По предварительной информации, причина всех аварий – гололед. В связи с резким изменением погодных условий, коммунальные службы и сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме, чтобы не допустить увеличения количества ДТП на территории региона. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге. Инспекторы напоминают, что согласно ПДД, водитель обязан учитывать дорожные и метеорологические условия и выбирать скорость движения, исходя из действующих ограничений и возможности полностью контролировать управляемость своего транспортного средства. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».